Итак, привет всем, дорогие друзья, с вами Вован, я опять вернулся. Это очередной выпуск мод-обзора. Сегодня у нас снова модификация на Madness Interactive. И эта модификация называется Zombie Attack. Так что давайте уже погнали и попробуем ту же самую зомби-атаку. Что же у нас здесь есть? Так, выбираем для себя скин, сам гай. Так, в общем, игра от того же парня, он назвал себя сам гай. Не знаю почему, но название довольно неплохое. Смечайте. Неплохо, но нет. О, да. Вообще, такой рип-зон. Не. Не. Ладно, Хэнка. Шикарно. Неплохой скин. Так, все как и было, так и осталось. Матрица. Matrix. Так, ну, как я и думал, автомат из Halo. Первые же секунды нам дают автомат из Halo. Вот это круто, ребята. Это же та же самая модель. Там был такой же самый автомат, я помню точно. Хоть я Halo не люблю, но... автомат оттуда. Это я знаю точно. Получи. И ты тоже получи. На вам всем. А, это уже какой-то скорострельный автомат. Уж слишком даже скорострельный, я бы сказал. Ну, тихо. Да, скотина. О, автомат! Щит. Фак, прям упал и сдох. Ладно, бонусик, бонусик. Так, баги. Звуковые баги, мне этого не надо. Так, сразу же, как видите, используется задний фон. Почему-то у нас снова нормальные люди. По такой причине я только одного не понимаю. Почему они называли мод зомби-атак, если здесь зомби не так уж и много? Ну, причин ноль. Абсолютно ноль. Все равно. Опа. Вместо Джессиса у нас есть другой. Абсолютно другой. Алло. Почему-то даже нескольких ударов не было достаточно для Джессиса нашего. Странно. Ну куда? Куда, скотина? Куда? Получи. Кажется, я попал. А ну, ко мне. Меня прикончили, это ясно. Ладно, тогда попробуем еще раз. Так, а да? Попробуем еще раз. Давай. На тебе. Кто следующий? Ты. На тебе. Это прям в живот. Соба! Шикарно. Распороли грудную клетку. Твоя очередь. Твоя. Алло, я там кто сказал, что твоя очередь, а? Ясно, здесь уже надо 4 выстрела, а не так, как раньше, всего лишь 3. Ну, это посложнее, конечно, да, посложнее. Но не так сложно, как могло бы быть. И knife and round. Ну, это вы уже все знаете, это бросание ножей типичные. У меня немного комп подлагивает по какой-то причине, не знаю по какой. О, новая струя крови. Нам добавили теперь не просто кровь, а целую струю теперь, а ну заценим. Я постараюсь попасть. В любом случае, оба. Да, добавилась струя крови целая. Классно. Это уже новое добавление, это круто. И лазеры. Ну, просто так возьмем, попробуем лазеры. Так, не знаю теперь, как использовать джетпак, так что... Опа, хренушки. Джетпак у меня теперь работает, так что... Хрен вам всем. Ага, фигушки. Получи. Так, тихо. Вот только вот одного не помню. Как долго работает сам джетпак? Постараемся выжить чем побольше. Выжить из себя и выжить постараться надо чем больше времени. Тихо, тихо, блин. Алло, это что за херня, а? Что это такое, алло? Чувак, это что? Я не могу полететь вниз! Что за дерьмо? Я не знаю, что это за дерьмо, но я совсем не смог полететь вниз. Ну, пойдем сразу же тогда к эксперимент. И посмотрим, какое же у нас здесь новое оружие. Слота для оружия у нас всего лишь только 2, как и постоянно. Как и типичность Madness. Вот так вот один вопрос. Почему этот мод называется Zombie Attack? У нас же здесь вместо врагов. Ну, вместо самых типичных враги. Какие были, такие остались. Ого, новая модель для минигана. Вау, фак, это... Он теперь выглядит еще пожестче. Вот с такого оружия я хочу пошмалять. Опа, тейзер. Давайте тейзер. Ох.
Хо-хо-хо. Смотрите, какой классный. О, блин, даже электрический заряд видно. Убил тазером, ну ничего себе. Это позор, подобный от электрошокера. Это не круто. Смотрите, тем более в Мэднесе. Йо, это что такое, блин? Все мира это чего только не подыхают. А парень взял и от тазера. Огнемет. Уверен, что огнеметик мы найти не сможем больше, поэтому я постараюсь его взять. Да, взял. Ну, какой классненький это, блин. Смотрите, какое идеальное оружие. Блин, пулемет и огнемет. It's time to die. Время подохнуть. Ну а так как теперь лично я уже наигрался с пулеметом, то можно взять и следующее оружие. Это у нас ТМП. Похоже на ТМП. И вот такой вот автомат. На ТМП похож. Какого хрена? Это что за оружие такое, а? Это что такое? Блин, странное оружие какое-то. Ну, в общем, мы автомат перепробовали. Одновыстрельный. Не люблю одновыстрельное оружие. Ну, то есть, имею в виду, что оружие может стрелять много, а, блин, автомат и очередь по одной. Это хреново как-то. Ладно, если вам надо, вы можете выпускать по одной, вы можете. Это экономно и это хорошо. Но если оружие не может стрелять больше, это позор. Дигл. Ну, все ясно. Дигл с одного выстрела, постоянно, всегда так все было, так и есть. Как и было, так и есть. Седьмой, восьмой, это у нас так пулемет, как я понял. И вот, да, не то. Давай я МП-5 возьму. О, МП-5 и пулемет. Хотя на пулемет не так уже сильно похоже. Похоже больше, знаете, на что? На гвоздомет, особенно по дулу. Видно, что это какой-нибудь там гвоздомет. Но, видите, патронов до хрена, так что это уже пулемет. Это будет долго, когда мы весь магазин опустошим от него. МП-5, как видите, ну, довольно сильный. И можно просто взять и обезвредить своего же врага. Так, ну, бейсбольную биту пробовать не будем. Бейсбольная бита постоянно просит одинаковая. Она никогда не меняется. А пистолет с глушителем, какой был, таким и есть. Мне даже звуковую дорожку не поменяли. Так, а дальше у нас оружие на Inst, Delayed, Home. И так дальше у нас уже нету оружия. У нас есть оружие только на Backspace. И плюс... минус 0. Ладно, у нас осталось что? Дубинка — это такое оружие. Возьмем, постараемся кинуть во врага. Оба, нож. Даже во время того, когда враг бежит на вас, вы можете оставить в нем след от своего же оружия. А именно, вы можете оставить на нем след от ножа. Так что давайте попробуем теперь еще и автомат. Ага. Щит. Почему не знаю, если выстрела посыпала? Ну, пожалуй, уже на этом все. А хотя нет, еще не все. Так, New Game, мы не попробовали. Может, здесь все-таки уже объясняется, почему же это зомби мод. Ясно, я все понял. Давайте чуть-чуть поиграем в таком случае. Хотя бы чуть-чуть поиграем на версию. Так, вот тебе. Ну, все ясно, ничего не изменили. Просто на задний фон уже сделали цветным. Задний фон уже наконец-то получил цвет. Но, кроме того, что наш задний фон получил цвет, мы получили еще и новые модели. Новые модели врагов, а именно это модели зомби. Неплохо. По правде говоря, круто. Но только вот ХП у нас наверняка не будет. Я уверен, что... Ну, сейчас ничего не изменилось, просто на задний фон нам наложили зомби, и вместо модели обычных врагов у нас теперь зомби. В общем, с вами был Вован, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.